Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банденитта Нанда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Вашаке Пасинду Бивачу Патитананг Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайте Гирам Ятки Патамахам Банди Парамананда Мадхавам Бриндави Тулсиде Бхайпиявай Кесавасачу Снабхакти Падидеви Саттабаттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сварасватин Вясам Тату Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхайям Сада Паривабхагнам Авиштадухам Тетхаспадам Сива Виринчинутам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусуте Чарнарвиндам Ядпада Паллаванака Чандамани Чатая Вишварджита Кимапикабавадушу Адарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхика Майкада Кипам Карваши Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бадату Санкетанай кавитару камала хатакшо Вишамбару дижавару джугадхарма палу Банде ягат приякару, каруна бхатару, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Таба Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибушихи табам бхагам Нараяно приямананго мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир джасача бхакшаши Ясястиде самби Пам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Абисрити Кришна Падаравинда Йоркхиноти Абхадрани Чашантаноти Шатасша Шуддхим Парамата Бхактим Гьянанча Вирага Гьянанча Бхакти Вирага Юктам. Абисрити Кришна Падаравинда Йоркхиноти Абхадрани Чашантаноти Шатасша Шуддхим Парамата Бхактим Гьянанча Вигьяна Вирага Юктам. Гаудия Гоштхипати Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told, with a feeling of superiority, with a feeling of Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что если с чувством превосходства мы думаем, что все остальные ниже нас, то в этом случае у нас будет вдохновение оскорблять других. И поэтому Гаудия Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что с чувством превосходства, если я думаю, что вы все ниже меня, то в этом случае я могу оскорблять других. И в этом трагедия. На самом деле Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что непрерывное памятование Верховного Господа Гуру Вайшнавов Дамы Намы, это зовется чистотой, это зовется подлинной чистотой, непрерывно памятовать Гуру Вайшнавов Бхагавана Даму Наму. Все трансцендентное, это зовется подлинной чистотой, а внешняя чистота, хотя, будучи садхаком, мы должны поддерживать его, ее, это должно быть, но чистота, достичь чистоты мы можем через непрерывную связь с Верховным Господом, с Гуру, с Вайшнавами, и это главная чистота, значит, вы знаете манту, мантру, которая манаснанам зовется, таким амавиньям в уме, чтобы очистить себя. Все время мы должны помнить Гуру Вайшнав и Бхагавана, и в тот момент, когда мы забудем Гуру Вайшнав и Бхагавана, то в этом случае Кали получит возможность войти в наше тело, чтобы принести нам какие-то проблемы. Кали всегда ищет возможности и вот в этой мантре, манаснан мантре, описывается то, что апавитрава, в любом состоянии, в чистом или нечистом, но подлинная чистота, она происходит тогда, когда мы помним Гуру Вайшнавов, Наму, Даму, и тогда тот, кто помнит их, тот, он воистину чист. Как, и вот внешне и внутренне мы очищаемся памятованием Гуру и Вайшнавов. И вот если думаем, мы думаем, что мы ниже всех, это тоже один из видов чистоты. Много раз я говорил, из-за майи мы не всегда можем помнить, когда я думаю, смотрю или делаю что-то в связи с Верховным Господом, если мы сможем видеть весь мир в связи с Верховным Господом, то тогда мы почувствуем, что мы ниже всего. И это подлинная чистота. Тринада Писунич Бавана может проявить чистоту в нашем сердце, иначе нет другого пути. И вот в этой шлоке тоже говорится,
Может, какие-то анархи есть, но в этой шлоке говорится, что автоматически, если мы будем думать о Верховном Господе, размышлять о Нем, то тогда абхадра, все плохие вещи, они уйдут, все плохие вещи уйдут из нашего сердца с помощью памятования саду санги харикатхи, но не все это могут. А почему не все могут это совершать? Поскольку это результат неправильного учения, которое мы получили раньше от кого-то. Это все токсические результаты неправильных учений, которые мы получили от кого-то раньше в своей жизни, перед тем, как прийти в наше движение. И сейчас, может, вы совершаете секретно сатсангу, кто может сказать, и это может быть таким токсическим результатом неправильного учения, которое вы раньше получили. Иначе, если я слушаю харикатху непрерывно, почему проблемы возникают, какие-то несчастные случаи, это из-за того, что вы пренебрегаете моими просьбами, когда я прошу вас непрерывно совершать харинам санкиртаны, если не можете, то хотя бы слушать киртаны в записи, поскольку это сиддханта Шрилы Прабхупады, и что если есть подлинная харикатха, подлинный киртан, то там не может быть никаких проблем, никакой опасности не может быть. Можно вспомнить, достаточно давно, пару месяцев назад, я сказал то, что Шрила Прабхупад, он отправился в какое-то место говорить харикатху, и внезапно пришла такая информация к Шриле Прабхупаде, что какой-то пятилетний мальчик, он попал... В общем, там огонь какой-то был, мальчик туда попал как-то, но Шрила Прабхупад сказал, что поскольку харикатха происходит, то ничего не произойдет, не волнуйтесь. И люди не поверили, пошли смотреть, но и действительно так и было, он не повредился никак. Но вы забываете мою просьбу, вы должны непрерывно слушать харикатху в записи или вживую, вы должны поспевать харинам, и тогда все опасности, которые приходят, они пройдут мимо вас. Но не все могут этому следовать, и что делать, поэтому проблемы возникают. И вот смотрите. Шрила Прабхупад говорит, осквернение там, когда оно происходит, тогда, когда мы думаем, что мы выше других, то, что мы лучше других. И в этом случае мы можем пытаться оскорбить других, поскольку они ниже нас, мы будем думать так. Это такой комплекс неполноценности получается, и таким образом и так развивается нечистота, иначе сварупа дживы, она чиста, нет никакой нечистоты там. В дживасварупе нет никакой нечистоты вообще, только из-за влияния майи. Из-за того, что мы совершаем какие-то неправильные действия, мы приглашаем таким образом нечистоту в наше сердце, и нет другого пути, по-другому это не может быть. И вот можно вспомнить, материалисты и даже те, кто совершают баджан с каким-то ложным эго, много раз я говорил, что демоны, они тоже могут цитировать Писание. Я могу показать, Равана вот пытался цитировать какие-то шлоки из Писания, Хираньякашипу тоже, что толку? Но поскольку их сердце осквернено, то толку от этого нет. И вот Шрила Прабхупад говорит, что это сиддханта Шрилы Прабхупады, что главное осквернение в том, что внутри своего сердца, если мы посмотрим, что те, кто против Гуру Вайшнавов, это главное осквернение внутри вот сердец таких людей. Они могут не чувствовать, но из-за этого это так происходит.
И вот Шрила Прабхупад говорит, если внутри нашего сердца мы против чистых гуру и вайшнавов, если мы делаем все, что против их сиддханты, учения и прочего, это зовется нечистота, неправильные действия, которые против шастры, сиддханты шастр. И вот нечистота – это не… Нечистота – это то, что может остановить наш баджан и заставить опуститься наше сознание, и это есть нечистота с научной точки зрения. И на самом деле действительно так. Если мы сможем отправиться в лес, то так или иначе, если мы сможем поймать какое-то животное, хищник имеется в виду, и прийти и вот пытаться его как-то воспитывать. И вот, но смысл в том, что мы можем из леса какое-то животное привести, но практически невозможно вывести лес из животного, и также наш ум подобен лесу Анардх, где такие разные свирепые животные находятся, и поэтому это практически невозможно вытащить этот лес из ума животного и также лес из нашего ума. Вроде бы просто можно взять какое-то животное, поймать в лесу и привезти домой, но лес из животного вытащить гораздо сложнее. Практически невозможно. Иногда случается, но очень-очень редко. И поэтому очень сложно вытащить такой лес из нашего ума, как лес из животного, чтобы освободить наш ум. Это очень-очень сложно. Мы не совершаем гуру вайшнава сангу, это очень сложно. Если мы вообще совершаем гуру вайшнава сангу, то такое настроение никогда не может прийти к нам. Кто-то ругается, но как это возможно, если он совершает саду сангу? Если я вообще совершаю саду сангу, то, хотя говорится, что лава мата саду санга сарва сити хой, одна часть разделенная, одна секунда разделенная на 12, это какая-то часть секунды, и этого времени более чем достаточно, чтобы избавиться от майи. Но мы все равно находимся в майе. Почему так происходит? Кто-то говорит, что совершает сатсангу, но я думаю, что это не всегда так. Я думаю, что вы не совершаете достойной сатсанги. Сатсанга значит… Джива Госвамипад говорит, сатсанга, она при… Это сатсанга – это такое… спасительное лекарство, но мы, к сожалению, не совершаем сатсангу, а делаем что-то на показ, и это не является подлинной сатсангой. Если бы мы совершали сатсангу, то каков же был результат этого? Шрила Прабхупад говорит, и вот, и чем больше вы совершаете сатсанги, тем больше вы развиваете смирение. Иногда, Шрила Прабхупад говорит ясно, иногда мы хотим показать, что мы находимся в наставнической в линии, в этом, вместе с гуру и вайшнавами. Кто-то совершает ванисеву, но опять же, это ванисева также может стать ядом, если мы не сможем переварить эту ванисеву, как Рагануга Бхакти. Если мы страдаем от какой-то этой болезни, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если вы этот пациент, ну, имеется в виду больной, и кто-то накормит вас очень жирной пищей, то что случится? Вы не сможете переварить. Его такие нездоровые люди, они, ну, имеется в виду с пищеварением что-то, если у них
и они должны есть согласно своей диете какую-то пищу, которую проще переварить, чтобы никаких проблем не возникло. И поскольку он не может переварить, и одни проблемы возникнут, и от такой еды может даже помереть от несварения. Я в своей жизни видел один молодой брахмачари, сейчас он этот женат уже, и вот он не думал лет пять, в общем, он что-то съел, потом 5 часов без сознания лежал так в этом, из-за несварения. И вот меня позвали и сказали, посмотрите, что с ним, может, его привидение захватило какое-то. Я пришел, посмотрел. С Нарисимха Мантрой окропил его водой, но ничего не случилось. И я сказал этому ачарье, который меня позвал, что не привидение, а что тогда. И вот, и после этого он, доктора позвали, и, в общем, выяснили, что, чем он занимался раньше, что ел, и тогда мы выяснили, этот Бандари говорит, что съел много этого гугни, это русский горох с картошкой, и... И кислотность в организме повысилась, и вот он в итоге теперь без сознания лежит. В общем, пытались его как-то в чувство привести. Холодной водой обливали его, горячей. Полчаса так обливали. И вот он через пару часов очнулся. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы больной, страдаете от несварения, если кто-то кормит вас какой-то богатой едой, слишком жирной, то что случится? Вы можете помереть от несварения. И вот этот брахмачари тоже мог бы помереть, но по милости Дауджи, вот он жив остался. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто больные, они должны есть соответствующую еду, чтобы не навредить себе. Еда должна быть подходящая. Почему Шрила Бхактивинода Тхакур говорит? Так вот он говорит также о Рагануга Бхакти, те, кто имеют кучу анартх и прочих нежелательных качеств, если они будут слушать о Рагануга, Рапануга, Баджане, о секретных лилах Рада Говинды, то 100% они либо будут имитировать и помрут, или станут сахаджиями и падут. Это очень вероятно, что так произойдет. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не говорил же, и поскольку саду, гуру, вайшнав, они не делают что-то на показ, не имитируют, они говорят о своем чувстве. И вот если вы заявляете, что совершаете саду-сангу, то я могу сказать громко, кто совершает саду-сангу. Кто был, вот со мной был один преданный лет 15, и потом он отклонился. И внешние люди говорят, что вроде он с Шьямбабой живет, но я могу прикоснуться к Бхагаватам и сказать, что он не находится со мной. То есть просто физически находиться рядом – это не так. Нужно находиться вместе с Сиддхантой, учением, характером и все остальное. Это не какая-то драма, и вот кто-то может пасть. И много преданных, так называемых преданных, находились вместе с Шрилой Прабхупадой, но они пали, оставили Шрилу Прабхупаду, приняли каких-то других гуру, но все же мы очень глупы, что мы не понимаем и не совершаем сатсанги. Если мы действительно совершаем сатсангу, то результат может сказать сатсанги. И поэтому вот здесь нет результата, это значит, что мы не совершаем сатсангу, это не так просто. С какими-то анартхами мы можем совершать сатсангу, это не такая проблема, но с лицемерием, двуличием нельзя. Если мы хотим наслаждаться славой, именем гуру и вайшнавов, это больше, чем яд. И вот Шрила Прабхупад говорит, это больше, чем яд. Если мы хотим
что и говорить, что... То есть, если просто прикрываться именем Гуру Вайшнавов, это очень плохо. И вот времени мало, есть много тем, которые мы должны обсудить. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что иногда с какими-то желаниями, с каким-то лицемерием мы хотим злоупотреблять именем славы каких-то конкретных знаменитых вайшнавов. И вот мы, кто-то может показывать, что он совершает сатсангу, но это не может не быть подлинной сатсангой, как много раз раньше я говорил. Что перед вместе с Горки Шурдас Бабаджи Махараджем много людей жило, они все пытались всеми силами доказать, что они живут вместе с ним, что они такие же Сидда Махатмы, просто они хотели получить его славу и все. Но Шрила Прабхупад, он сказал, мой Гурупад Падма Парамхамса Шрештха внешне. И вот Шрила Горки Шурдас Бабаджи Махарадж внешне. Он никогда не выгонял таких людей внешне, опять же, но внутри он их никогда не принимал. Понимаете, о чем я говорю? И вот Бабаджи Махарадж не принимал их сердцем и не выгонял, и поэтому... И вот об этой сиддханте я говорил два дня. Кто может сказать, кто совершает гуру-сева? Кто может сказать, что кто получил милость гуру вайшнавов? Кто может сказать, кто-то может заявлять, что совершает вани-сева, поэтому получил милость, но крипа может, милость может куда-то в другое место уйти. И вот у нас не должно быть никакого ложного эго. Мы не должны заявлять, что мы совершаем вани-севу, поскольку это вани-сева может стать ядом в нашей жизни также, если у нас есть анартхи. Анартхи уже есть и в то же самое время. Кто-то хочет перепрыгнуть через какие-то ступени в своем баджане, и это хроническая болезнь. И по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура я хочу как-то помочь вам. И вот если вы будете делать что-то неправильно, как какие-то бессердечные люди, и вести себя как-то плохо, то кто-то, какие-то новые люди могут подумать, что это учение вот того, кому вы следуете, но более опытные, они заметят, что это не так. И вот все время, если мы совершаем гуру вайшнава севу, вначале всего мы должны пытаться избавиться от наших анартх. Не должно быть никакого лицемерия, в этом главное препятствие. Если мы лицемерно хотим доказать, что мы живем с Гуру Вайшнавами и наслаждаться их славой, то это очень плохо и очень опасно. Шрила Прабхупад говорит об этой сиддханте. Если иногда мы используем имя, славу какого-то чистого Гуру Вайшнава, то в этом случае автоматически мы отклонимся от его пути, это станет причиной нашего падения. И вот Шрила Прабхупад говорит, почему. Иногда случается так, что как-то осознанно или неосознанно у кого-то есть какие-то желания использовать имя, славу Гуру Вайшнавов в каких-то своих этих делах. И такие люди, они отклоняются от пути предыдущих ачарий, они следуют своим отдельным правилам и предписаниям. Иначе это невозможно. Предыдущие ачарьи, если я найду, что текущие ачарьи следуют тому же самому этикету, сиданте, вичару, настроению, процедуре баджана, всему, то тогда
Как это возможно, что он отклонился? Это не может быть. Если он полностью следует предыдущему ачарье, то это невозможно. И также мы не можем ожидать никакой ошибки, никаких недостатков в жизни каких-то совершенных ачарьи. Ачарьи – это не что-то дешевое. И мы не можем ожидать каких-то анард, каких-то дефектов, недостатков в жизни подлинного ачарьи, поскольку в жизни подлинного ачарьи нет ничего, кроме Бхагавад-севы. Шрила Прабхупад говорит, во всей жизни ачарьи мы можем видеть очень близко, что нет ничего, кроме Бхагавад-севы в уникальном характере и в жизни ачарьи. Нет ничего, кроме Бхагавад-севы, Гуру Вайшнава-севы. И вот если мы находимся с каким-то ачарьей, и если мы ведем себя достойным образом, то как возможно, что мы что-то неправильное развили в себе? Может, мы совершаем какую-то сатсангу, иначе как это возможно? Сатсанга, она покажет свои неизбежные результаты, как осознанно или неосознанно. Если мы совершаем асатсангу, то также результаты этого придут к нам. Это подобно яду. И вот как яд, если мы принимаем, то яд, он отравит нас, и также асатсанга, она отравит нас. Если мы если мы совершаем как сатсангу, так и асатсангу, изучаем всякую ересь, выражаем почтение каким-то сахаджиям, как вот в случае с Индрой. Индра очень разгневался, когда тот Брихаспати, его гуру, точнее, Брихаспати пришел, очень печалился, видя, как Индра себя ведет. Он исчез, и все полубоги начали искать, где же гуру, куда он ушел. И вот Гурудев пропал. И вот он принял решение. И вот он пошел к Вишварупе, попросил его быть ачарьей. И я хочу напомнить, что Вишварупа был очень могущественен, но когда Вишварупа совершал яги, огненные жертвоприношения, он подносил ги огню от имени полубогов и остальных, но также скрыто он предлагал это ги демонам. И вот Индра Махарадж смог определить это. И что он вот вроде за нас предлагает еще и демонам. И вот он разозлился, выхватил меч и отрубил ему голову. И вот это Брамахати он совершил, грех убийства брамана. И вот если вы следуете мне на 100%, то тогда можете следовать, а если вы... Я не могу позволить, если вы следуете мне на половину, или на треть, или на четверть, или на там, 80%, что половине следуете, а половине нет. Я не могу такого позволить, я откажусь от вас. Я не сахаджия. Если я вижу, что вы хотите стать гопи быстро, то это очень плохо. Иначе как это возможно, как вести себя так? В Бхагавад-гите есть такие слова. То есть вот смысл этой шлоки, что если
что-то у кого-то не исполняется его желание, то он гневается, становится очень гневен. Если вы следуете мне на 100%, то тогда никаких проблем не может быть. И Шрила Прабхупад говорит, если кто-то следует Гуру Вайшнавам внешне, а внутри есть у него какие-то посторонние желания, какое-то лицемерие, тогда они отклоняются. И я уже сказал, что пассивное вожделение более опасно, чем активное. Пассивное вожделение мы не можем видеть, оно как взрыв. Но чистые Гуру Вайшнавы не могут определить это все. Его скрытое вожделение, но вроде нет его, но есть. И вот как Шрила Прабхупад говорил, что Хайгрива Брамачари, он подобен вулкану, настолько он энергичен. Но и этот пример также можно не с негативной стороны показать, чтобы увидеть, как пассивное вожделение может действовать в нашей жизни, чтобы скинуть нас с пути баджана. Если вожделение, гнев явится в нашем сердце, то все последствия нашего предыдущего баджана, они деградируют. Мы можем потерять это. И вот если вы разгневаетесь или вожделение возникнет у вас, поскольку гнев, он из-за камы возникает, если вайшнавы гневаются, то это не значит, что из-за камы. Но если мы гневаемся, то это, несомненно, из-за камы. И в этом проблема. И это может нас скинуть с пути баджана. И вот мы должны понять это. И вот пассивное вожделение более опасно, чем активное. Мы не можем ожидать этого. Это невозможно. И вот Кришнадас Кавираж Госвами поэтому со смирением он объясняет нам. Но кто знает об этом? Все хотят поддерживать свое какое-то положение. Никто не хочет быть на Тринадапи уровне. Кто-то думает, что это как-то плохо. А Гуру Махарадж смеялся, что вот кто-то хочет стать вайшнавом, но когда он узнает о Тринадапи, то говорит, что это невозможно стать вайшнавом. И вот Гуру Махарадж на Бенгале говорил это и смеялся: «О, Баба! И вот он говорит, что кто-то хочет стать вайшнавом, мечтает стать вайшнавом в один день, но когда он услышал о качествах Тринадапи, то решил, что это невозможно. Кто-то может на показ действовать, но стать по-настоящему смиренным – это гораздо сложнее. И вот Кришнадас Кавираж Госвами, Вридаванас Тхакур, наша предыдущая Гурвага и Шрила Бхактивинода Тхакур, они все Тринадапи. Поскольку без Тринадапи мы не можем стать успешными в нашем баджане, это невозможно. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорил: великий аюрведический доктор Шри Чайтанья Вадья, такой духовный доктор. Есть много плохих качеств в нас, и все они подобны демонам. Эти ракшасы и асуры, у них есть такие качества. И вот если мы развили такие опасные эти... И вот опасную инфекцию... Some infection come, and in cheeks develop.
Beast-like quality. We cannot expect this kind of quality from a Vaishnava. How possible? We can never expect. I think you are intoxicated by Maya. Like, you know, people, those who are drinking so much wine and all. И вот это может, я думаю, произойти, что если кто-то опьянен майей, то как кто-то употребляет какие-то интоксикацию какую-то, и под ее влияние может отклониться от всего, от чего можно отклониться. Но я говорю, что если вы на 100% следуете баджану, то вы не можете пасть. Если у вас будет 100% шаранагати, то это гарантия от всего. Но перед этим я хочу рассказать о другом. И вот когда Кришнадас Кавираджа Госвами с вами говорил, что а что если кто-то развивает какие-то плохие качества, но это доказывает, что такой человек не совершает сатсанги, поскольку даже часть секунды сатсанга, она может дать нам наивысшее сокровище Кришна Премы. Я говорю о Сиддханте Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура. И мы можем также обрести Кришна Прему, но не обретаем. И даже не то, что даже анархия, какие-то дурные качества не уходят из нашего сердца. А почему? И вот когда я был в этом школе, я вот там Махарадж читал о том, что лучшее качество человека это дружественное отношение по отношению к другим. Вот на бенгале это так звучит. И вот я вспомнил, что если мы не будем, у нас не будет дружеских отношений с другими, то это видно будет. Если я люблю вас всех, вы почувствуете какую-то реакцию, хотя вы можете тысячи миль далеки от меня находиться, но почувствуйте, что Махарадж любит нас, поскольку любовь – это такое тонкое, сладкое, чувствительное чувство, что даже собака, она и то чувствует. И вот как мои гашали, например, как коровы, если я мимо прохожу, они начинают подходить ко мне, тянуться, лизать меня как-то, они чувствуют, что я люблю их. И вот и даже собака, даже какая-то собака, она чувствует. Если мы любим эту собаку, то собака это поймет, что это человек любит ее. А если вы не понимаете меня, то что я могу сделать в этом трагедии? Это главное, о чем я узнал, когда я был маленьким, что любить других, иметь какие-то дружественные настроения – это главное качество, мы должны развить. Еще Чайтанья Махапрабху, он говорит похоже. Чистый саду может обнять весь мир, он не видит друзей и врагов, они никогда они беспристрастны ко всем. И это подобно эгоизму. Если мы у нас будем эгоизм под именем Баджана и Гуру Севы, Вани Севы, то тогда мы отклонимся от пути чистых Гуру Вайшнавов. Автоматически это произойдет, никто не сможет помочь нам, поскольку оскорбление, Гуру Махарадж говорил. А вот однажды один брамачари с третьего этажа Кешигата упал.
Это было лет 25 назад, и вот я был там, и вот Брамачари читал книжку по грамматике на крыше, ну вот заснул. Обезьяна пришла, книжку забрала и начала ее рвать, и вот он проснулся, начал ругать обезьяну. Обезьяна кинула книгу и начала на него, напала на этого человека, и вот этот пытался как-то спастись. В общем, он отступал и провалился с этого Югал Кишор Мандира. И там еще ему повезло то, что там это не крыша, что-то вроде крыши было от солнца. Вот он упал сначала на эту крышу, потом на камни с третьего этажа. Если бы он без этой крыши упал бы на камни, то хуже было бы. И вот в Раджавасе пришли и начали кричать, ваш тут саду упал. Я что-то писал внутри храма, я пришел и смотрю, что случилось, упал, в луже крови лежит. И вот все в Раджавасе помогли нам. Мы машину организовали, поехали в госпиталь с Мадхуры рядом. Они отказались его принимать в Дели, говорит, езжайте или в Мадхуру. Мы в Мадхуру поехали. Заняли денег у кого-то, от какого-то брамачари. И вот поехали. И вот, ну а смысл всей истории каков? Смысл в том, что они после обследования доктор сказал, что он уже в коме несколько дней лежит, и по воле Верховного Господа, я не знаю почему так, но вот если бы он на миллиметр упал, в общем, так упал, что, в общем, поранился, если бы рана была на миллиметр в сторону, то насмерть была. Тут ему повезло, чуть-чуть там не достало до жизненно важного органа. И вот таким образом никто не может спасти нас. И смотрите, какая ситуация. Гуру Вайшнава, они пытаются спасти нас в любом состоянии, а если мы в этом состоянии хотим вот оставить кого-то, то есть если мы не можем помочь человеку, какой из нас человек, что говорить о саду? Я уже говорил, что не достигнув уровня человечности, как я могу стать саду? Глупые люди вокруг, они не понимают этого, даже здравого смысла у них нет. Не достигнув уровня человечности, как я могу стать саду, если... И кто и как это же возможно? Но и весь мир таким образом обманывается, не видит очевидных вещей, думает, что человек, просто принявший шафранную одежду или принявший саньясу, он уже как является кем-то возвышенным, но они не знают, что саньяси часто падшие, и брамачари тоже. Я не говорю, что нужно кого-то оскорблять, а просто я хочу рассказать о том, что сказал Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур. Вы можете видеть, если вы оскорбляете меня, то я мне все равно. Если вы оскорбляете Гуру Варгу, то я отвечаю и защищаю их честь. То есть я не могу позволить никому оскорблять Гуру Вайшнавов. И вот таким образом Гуру Махарадж говорит в итоге.
Этот доктор сказал, что человеку, как бы он хотя живой, но сильно мозг повредил, но и вот с ума сошел в итоге. И вот по указанию Гуру Махараджа, Гуру Махарадж сказал: «Баба, ты должен служить ему, поскольку он помрет, помоги ему». А я сказал: «Не нужно говорить, я сам сделаю». И вот я ухаживал за ним. Ну, в общем, этот человек был серьезно болен как-то, и вот я как-то ухаживал за ним, как за ребенком, как мать ухаживает за ребенком. И таким образом, по желанию Гуру Махараджа, по наставлению Гуру Махараджа, я развил и много таких случаев. Вот, кстати, Говинда Махарадж, еще кто-то там в Чайтанья Гауди Матхи был. Он домохозяин, но потом получил от Грудова шафрановую одежду. До этого на телевидении работал. Вот он пожилой человек был, рак у него развился. Ришикеш Махарадж в то время был инчарджем Чайтанья Гауди Матхи. Он сказал, чтобы я как-то позаботился о нем, чтобы вылечил. This kind of behavior, this is all, this is all. А если кто-то, а если так называемые мои последователи, они делают противоположное, то это несомненно последствия неправильного учения, которое вы получили где-то раньше. Я не могу таким образом говорить. И вот Гуру Махарадж в итоге преданные не решили, что Шьямал Кришна должен ехать в Майяпур с этим пациентом. И вот я поехал с ним, это сложно, очень сложно было, столько трудностей. Я поехал в Шри Чайтанья Гауди Матхи, попросил комнату отдельную на четвертом этаже. Там я ему воду, еду организовал. Этот человек сумасшедший был. Я пытался как-то его сдерживать, в итоге машину организовали, в Майяпур поехали. И в Майяпуре этот человек начал ругаться, меня поносить, и все преданные пытались как-то его охладить. Водой поливали, Гуру Махарадж услышал и сказал: «О, баба, кто там матерится?» И я сказал, что вот этот преданный человек с ума сошел. И он, Гуру Махарадж, сказал, что он Ашит Кришна, как-то так его звали, из Бангладеша. Был очень разумен, но потом с ума сошел. И вот... И вот Гуру Махарадж сказал, что оскорбление, которое осознанно или неосознанно совершается, то все равно тот, кто их совершает, он должен страдать из-за этого, поскольку апарадха, она связана с душой, а грехи с телом. Что такое апарадха? Если есть апарадха, то мы почувствуем, что наше сознание деградирует, мы не сможем воспевать харинам, потеряем интерес к сатсанге. Это последствия апарадхи. И вот Гуру Махарадж говорил, что если апарадха совершена, вайшнава апарадха или вайшнави апарадха, мы должны попросить прощения. И если этот объект, которого, этот человек вайшнав, которого мы оскорбили, они простят нас, то нам будет проще. Но в итоге, смотрите, я хочу сказать, что then I can show you. Three time, first, second, third. This third time, if you find this kind of, I can show.
Ну, если кто-то так снова, снова и снова совершает оскорбление апарадхи, то можно два раза простить, три раза простить такого человека, а четвертый уже не стоит. Если кто-то после совершения служения гордится этим, то это не служение. Будьте осторожны. После того, как вы совершили какое-либо служение, особенно Шриле Прабхупаде и Гуру Махараджу, если вы гордитесь этим, то это плохо. И вот так, так думать, это плохо. Если кто-то думает, что так много сделал для какого-то вайшнава, и тот вайшнав должен, обязан ему, то это оскорбительно. И вот со смирением мы должны совершать служение ради... Это не... Гуру Вайшнава не заинтересованы в славе, в почести, в их популярности. То есть мы должны делать что-то для Гуру Вайшнавов, но не гордиться этим. Если мы совершаем служение и больше смирения развиваем, то это хорошо. А что такое сева? Чем больше мы делаем для Гуру Вайшнавов, тем больше удовлетворения является в нашем сердце. И не должно быть никакого жгучего состояния. Если оно есть, значит, мы делаем что-то не так. И вот если мы потеряем наше терпение, если мы разовьем, будем гневаться, какой-то неприязнь к другим, то это значит, что мы отклоняемся от пути Садхгуру. Только и только, Шрила Прабхупад говорит, я не говорю. Шрила Прабхупад говорит, что только и только тогда, когда я отклонился от пути Гуру и Вайшнавов, то тогда вы можете увидеть какие-то проблемы. Мы потеряем терпение, смирение, гневаться начнем. А если наш ум находится у лотосных стоп Гуру Вайшнавов, то как можно потерять терпение, хотя... Бхактинода Такур Бхаджанархаси пишет очень подробно. И вот Кришна говорит перед своими друзьями во Вриндаване: «О, друзья, смотрите, эти деревья и... кустарники, у них прекрасная жизнь, они только служат другим, они взяли обет совершать только служение, а взамен они не хотят ничего. Что бы вы ни попросили у них, они вам дают». Есть такая пословица, что благодетельность начинается дома. Вы попросите ваших детей, вашу жену, что вам нужно, чем помочь, а потом уже пытайтесь другим помогать. Сначала близким помогите. Кто-то думает об этом. К сожалению, так случается, что не все думают об этом. Может, кто-то ждет что-то от нас, нужно помочь им исполнить их желание сердца. А если мы такого не делаем, то как можно развить какие-то благие качества? Это невозможно, если мы... Если я... Если кто-то не хочет помогать другим, прикрываясь тем, что может оскверниться такой помощью, то это нехорошо. Вот можно вспомнить пример Мадхавендра Пурипада. Мадхавендра Пурипад в пожилом возрасте. Он уже был Ишвар Пурипад. Он служил ему, делал все, что необходимо, и поэтому
он обрел татваген. Это не что-то дешевое. Нельзя просто взять уджала Ниламани и стать гопи. Это глупо. Просто сознание наше осквернится, это плохо. Я не могу позволить, если вы будете снова и снова совершать ошибки. Вот я пример привожу. Мой Гуру Махарадж говорил, если кто-то совершает такие оскорбления, то чистые Гуру Вайшнава будут пытаться помочь, поскольку они никогда не стремятся к критике. This kind of temperament, I like to speak that if there is no serving, Krishna Bhagavan speaking in Bhagavad, say in Srimad Bhagavad. И вот Кришна Бхагаван в Шримад Бхагават, там в 10-й песне говорит, и Махапрабху также, что эти деревья и кустарники, они готовы служить нам, но взамен они ничего не требуют. И вот пример лесоруб, хотя он рубит эти деревья, но отдыхает под их сенью, и деревья не возмущаются этому. Деревья, они не просят воду, хотя испытывают жажду и не возмущаются, если кто-то рубит их. Они взяли обет совершать служение и отдают все другим. Тени, цветы, плоды, листья и все остальное. И кто такой вайшнав? Вайшнав – это тот, кто решил всю свою жизнь служить другим. Поскольку прямо или не косвенно, они, прямо или косвенно все связаны с Верховным Господом, и они видят это, служат всем и ничего взамен не ожидают. Они пытаются другим развить сознание и вот помочь другим развить сознание Кришны в их сердце, то это называется параупакар, лучшее служение. Если я могу сделать это, принести такое благо, то это наилучшее, что мы можем сделать. И в Нити Шастрах такая шлока. И вот говорится здесь, все воды текут, все реки, они текут в океан, но, смотрите, реки, они сами не пьют ни капли воды. Если какой-то саду обретает силу, огромную силу, чтобы спасти других, то мы не должны гневаться на него. Не пытайтесь как-то оскорблять или мешать ему, это очень оскорбительно. Парупукарайо сатам вибхути. Парупукарайо сатам вибхути. Rivers, those who are going to carry so эти реки, которые то тонны воды несут, но они не пьют ни капли этой воды. Халани тадвадна кадант викша.
плодовые деревья, они тысячи плодов приносят, но сами деревья не едят ни единого плода с тех, что они приносят. Ни манго, ни кокосы, ни какие другие деревья, они не едят свои собственные плоды, они для других их предоставляют. И эти травы в полях, и облака на небесах, они тоже не гордятся тем, что поливают воду и не просят половину урожая за то, что они поливают. Такого никогда не происходит. И мы должны помнить эту шлоку. Это не совсем шастра, из нити шастра эта шлока, но она прекрасна. Если вообще чистые саду Гуру Вайшнавы Парамахамсы, они есть рядом, не нужно ругаться с ними, поскольку их жизнь, она для нас, она посвящена другим. И почему кто-то хочет соревноваться с Гуру и Вайшнавами? У Гуру Вайшнавов нет никаких корыстных интересов, и поэтому Вайшнав — это тот, чья жизнь не посвящена другим. У Вайшнава не может быть никакой злости, и никаких нечеловеческих действий тоже не может быть. Я приведу пример из читания Чайтамриты. Я много хочу сказать вам, но времени мало, и в этом проблема. И вот Чайтанья Махапрабху говорит Санатане Госвами, Санатан Шикше. И там перед Санатане Госвами приводится пример охотника. Этот охотник был очень жесток, очень жестоко охотился, но так или иначе, кратко я расскажу об этом. И вот Махапрабху, он приводит пример из Сканда Пураны, что Нарада, он однажды по пути в Тривени Сангу на слияние Ганги Ямуны Сарасвати в Лахабаде, вот он шел через лес, там много было этих раненых животных, они не мертвые были, так полуживые, и страшно мучились в таких агониях. И Нарада вот шел и услышал звук какой-то: «Не стой, не ходи, это ты за тебя промахнулся». И Нарада подумал, кто ж там орет, и видит какой-то очень жестокий охотник. Он хотел ранить животное очередное, и я ему помешал. И он спросил, кто это так делает, кто их наполовину убивает, я убиваю. И вот он подумал: у меня просьба к вам, да, ты саду, если что-то тебе надо, шкура оленя или тигра, пойдем, я тебе дам. Нет, мне не нужно ничего подобного. А мы хотим асану обрести из милости гуру, а не из тигриной шкуры. Пурашчаран Видхи должно произойти, иначе никто не сможет стать успешным. Но сиддханта в том, что гуру сева – это лучший пурашчаран. Что такое пурашчаран, как его совершать, я это все в дальнейшем детально расскажу. If you at all know, not fully, you have no conception. So Guru Seva is complete. И вот Гуру Сева — это полное, это само по себе сад Гуру Сева, она... Сад Гуру Сева — это
Это полный Пурашчаран. После Гурусевы не нужно этого Пурашчарана совершать. И вот Нараджи Махарадж говорит, что моя просьба, когда ты убиваешь этих животных, то полностью убивай. О, какое тебе благо от этого? Я говорю, это моя просьба, не нужно, если убиваешь кого-то, убивай полностью, чтобы не мучились они. И, а тебе какое благо от этого? Вопрос не о том. Если ты смотри, если ты наполовину их убиваешь, они мучаются. А этот охотник сказал, я от отца узнал об этом. Он меня так научил, чтобы они мучились побольше. Когда это животное чувствует боль, то мы радуемся. Вот, что, действительно, ты настолько жесток. И вот, да, мой отец научил меня так, чтобы я их наполовину убивал, чтобы они мучились, а мы радовались. И Нарада сказал, нет, это моя просьба, если ты убиваешь, то убивай полностью, чтобы они не мучились. А если ты убиваешь их наполовину, то они мучаются, и ты в следующей жизни должен будешь страдать от принять на себя всю их боль. И Сиддханта, да, в том, что если вы убиваете кого-то, то это последствия этого приходят в следующей жизни, и вы вынуждены будете страдать от них, от этих последствий. И вот этот охотник сказал, я так много животных убил, что же мне делать? И Нарада сказал, иди домой, разбей, сломай свой лук со стрелами, помойся в этой святой реке, в чистой одежде приходи ко мне, я помогу тебе. И вот тот сказал, как я могу охотиться, как покормить себя? Нарада сказал, не волнуйся, я пошлю тебе рис и все прочие продукты. И вот... И вот этот охотник, благодаря такой сатсанге, он изменил свою жизнь, как и также Аджамил, он был свидетелем разговора Ямадутов и Вишнудутов, и за это время сатсанги он изменил свое сердце. И вот этот охотник был готов уже сделать все, что скажет Нарада. И вот Нарада сказал построить ему баджан-кутир вместе с женой, чтобы жил там и никаких животных не убивал. И Нарада также дал харинам ему. И этот охотник после того, как получил харинам от Нарады, это огромное впечатление произвело на него. Он каждый день сидел и повторял харинам, и Нарада сказал, что я буду посылать тебе еду, не беспокойся. И действительно, когда он начал повторять харинам, все начало приходить к нему. А что я хочу сказать? Что сатсанга настолько могущественна, что даже... что все, что мы делаем на пути сатсанги, ничто не будет потеряно. И вот Нарада Муни потом, когда он проходил опять с каким-то Муни, и вот они вышли и принесли свой полный распростертый поклон Нараде и сказали, «О, Гуруда, вы пришли, мы изменили нашу жизнь по вашей милости». И даже, смотрите, перед тем, как поклониться, они веником подмели место, где они кланяются, чтобы не задавить, не дай Бог, никакого муравья. То есть смотрите, насколько очистилось сердце этого охотника, что он даже никакого муравья не хотел убивать случайно. И это такой вашнавизм, он явился в его сердце, он ставил тилаки, принимал омовение, ставил тилаки, непрерывно харинам повторял. И вот Махапрабху говорит Санатане, о Санатан, из Скандапураны мы знаем об этом случае. И как...
этот жестокий охотник стал вайшнавом, хотя я и ты, мы не можем стать вайшнавами. И вот Махапрабху говорит Санатане: «О Санатан, и вот Нарада сказал этому бывшему охотнику: «О, ты развил такое мягкое сердце, что сейчас не хочешь убивать даже никаких муравьев». И это благое качество, которое явилось в твоем сердце, ахимса, ненасилие, полное ненасилие. Это качество, оно естественно. Если ты развил такое качество, почему? Поскольку Харибхакти, что те, кто начинают подлинный харибаджан, они никогда не развьют никакой враждебности, ненависти никому. И те, кто совершают харинам, харибаджан, они всегда умиротворены, всегда спокойны, их сердце очень спокойно, настолько спокойно, что если они находят, что говорить о вайшнавах. Я хочу дать вам пример, чтобы вам было стыдно. Я вот сейчас дам пример, который вне вайшнавского поля, но можно вспомнить Сиддхартха, который стал Буддой в дальнейшем. Есть два вида Будды. Первый — это вишнаватар Будда Дев. А второй — Капила Васту Сиддхартха, этот принц Капила Васту. И вот он родился там, он принцем был, сыном этого царя. И видя дерево, точнее, видя три ситуации, сначала он увидел старого человека, который не мог ходить уже, был таким, ну, слишком дряхлым, потом прекрасную проститутку, которая была больна проказой, Тамрапони ее звали, как так. Третий случай. Потом еще что-то он увидел, я не помню точно, но решение он такое принял, что вся эта жизнь не вечна. Есть страдания, старость, болезни. И в будущем такие проблемы возможны. И поэтому не... И вот Махарадж пример, если вдруг мы попали в ситуацию, где какая-то женщина попала в аварию, то нужно спасти ее и не смотреть на то, что мы там брамачари или там Махарадж или еще кто-то. А если я попаду в аварию, и люди не будут меня спасать из-за того, что я там брамачари или Махарадж, то что с нами будет? Поскольку мы сегодня в одну ситуацию попали, а завтра в противоположную попадем, и нас никто не спасет. То есть у нас должно быть чувство
такое, человечности. То есть мы должны помогать другим. И вот этот Будха после обеда он сидел на крыше своего дворца, и там охотник какой-то с стрелами. А вот охотник охотился на лебедей, и вот он подстрелил лебедя, и лебедь упал на эту крышу дворца, и Сиддхартха побежал к нему. Кто это? Кто такой жестокий человек застрелил такого прекрасного лебедя? И вот вытащил стрелу из груди этого лебедя, и вот они начали ухаживать за ним, лечить, позвал слуг, чтобы они все сделали. И вот через какое-то время этот лебедь спасся, и Сиддхартха освободил и отпустил его дальше лететь. Внешне он не был вайшнавом, но его поведение говорит все-таки, какой-то вайшнавизм был в нем. Харидас Такура, например, все мусульмане, они били Харидас Такура на 22 базарных площадях, но все равно Харидас Такура просил Господа: «О Господь, это моя просьба тебе, пожалуйста, они сделай так, чтобы они с неблагоприятным не встретились, они не знают, что творят, и поэтому вайшнавизм может не полностью проявиться, как-то частично, может не в этой жизни, а в следующей, но даже в этой человеческой жизни можно видеть, что кто-то вроде бы не вайшнав, как вот мать Тереза, например, она не вайшнав, но все же как беднякам как-то помогает эта карма. Я, конечно, в пример ее не привожу, что мы должны это делать, но она пыталась как-то заботиться о бедных людях. Это какая-то материальная карма. Но кто-то может возмутиться, почему я такой пример привожу. Есть много получше примеров, но этот пример я привожу, чтобы вам стыдно было, что такие люди пытаются помогать людям, а мы не можем, и какой же статус нашего баджана. И чтобы дать вам почувствовать, я такой пример привожу, не обижайтесь. И вот Нарада говорит этому охотнику, что не насилие, оно естественно для овощного. Мы не должны делать никаких неправильных вещей. Мой гуру Падмадма говорил, что если какая-то дживатма, она страдает от ваших действий, то вы также должны будете страдать из-за этого. Если какой-то вайшнав совершал вайшнава апарадху, то он будет наказан Господом автоматически, но я об этом не говорю сейчас. Я говорю об анартхах. И вот Нарада Махарадж говорит охотнику, что не насилие, мягкость сердца и такую чистоту сердца ты развил благодаря Хари Баджану. Вайшнавы никогда не приносят боли другим. Кай моно бакке каре удвег на диве. It is applicable here.
Чистые Гуру Вайшнавы, когда они говорят Харикатху, то есть это не насилие, нет дживахимса, они любят нас, и поэтому они иногда ругают нас, говорят жестко, чтобы мы смогли изменить наше негативное настроение. Понимаете, о чем я говорю? И вот не пытайтесь злоупотреблять этими словами из читания Чайтамриты, вот этими. Но поскольку я люблю вас, я хочу изменить ваше сердце в лучшую сторону. Но смотрите, если вы совершили какую-то ошибку, то я, находясь на Вьясасане, я должен страдать из-за этого. Если вы совершили какую-то ошибку из-за того, что слушаете Харикатху, приняли меня как ачарью, и если вы какую-то ошибку совершаете, то я ответственен за это, получаюсь, и я страдать вынужден. И какие-то болезни могут появиться, какие-то недомогания телесные, поэтому я вот таким образом страдаю. Но эту шлоку мы должны в своей жизни применять. То, что не беспокоит других телом, речью и умом. Но гуру вайшнавы, когда они пытаются помочь кому-то, это помощь, а не дживахимса. И вот еще один пример из четвертой песни. Шримад Бхагаватам я приведу. Так много вещей я уже сделал, но не все публикуют. Countless, almost countless. Anyway, by the mercy of Guru Vaishnava, who can take trouble? И вот Махарадж, он прочел Бхагаватам вслух на санскрите, скоро опубликовано будет. И если... I'm not going to misguide you, that's why I'm confident 100%. Какова цель Кали? Вы знаете, будьте осторожны, поскольку мы хотим совершить больше и больше служения, мы пытаемся наши искренние попытки совершать служение, но я хочу напомнить вам, несколько чуть раньше я говорил о Парикшит Махарадже. Обхартито тадата смейстанани калее даду дутам панам стриях суна ятра дхармо чатур бидаха. Тато амритам, after that, пунашчо жачо манайо ято рупам адат прабху. Тато амритам мадам камам раджо вайран ча панчаман. Амуни панчо станани хи адхармо прабхава кали Уттарена даттяни навасат тан нидрешаки. Атхайтани на севета бхабушаха пурушо качит. Вишешато дхармасило раджа локо патир гуру. Those were honest king. Те, кто честные цари, дхармы, набожные цари, те, кто великие саду, и поэтому они не прикасаются ни к чему вот вышеперечисленному. Но все же Кали всегда ищет возможность. И вот Кали все равно пытается как-то влиять на нас, чтобы мы не могли совершать дальнейшую севу. И моя просьба всем, чтобы быть осторожными, чтобы Кали не получила никакой возможности влиять на наш тело и ум, чтобы не одурачить нас. И вот Шрила Прабхупад
в свое время он организовал какое-то особое место для Матаджи, где они могли совершать баджан, но там какие-то проблемы возникли вскоре. И Шрила Прабхупад, он держа голову рукой, он сказал, что я хотел сделать что-то, но Кали не позволила нам. И вот цель Кали, чтобы все расстроить, все нарушить, чтобы мы... И вот в тот день я говорил, что у кого-то есть склонность к разрушению, а к созидательной деятельности нет. И вот я говорил о том, что мы должны иметь прекрасные отношения с гуру и вайшнавами, чтобы... If you are not going to come out of aparat through the scientific procedure, и вот и... you also going to suffer. А so если мы не избавимся от оскорблений, то тоже будем страдать. И вот Парикшит Махарадж, Кали спросил у него, где же можно жить этому Кали. Вот он дал ему, где азартные игры, интоксикации, внебрачные отношения с женщинами, потом Дживахимса. И также, когда Парикшит Махарадж, он дал еще место одному Кали в золоте. И тогда Кали сказал, и Кали тогда успокоился, и поскольку если золота слишком много богатства, то тогда... То есть если что-то для Кришна Севы, то это хорошо, но, к сожалению, так мало кто думает, что моя собственность или мое наследство, и гордятся очень люди этим. И ложное эго возникает таким образом, и Шрила Прабхупад поэтому сказал, что нам не нужно, чтобы было много денег. По желанию Кришны мы получим столько, сколько надо. И вот чистые саду, те, кто заинтересованы в том, чтобы совершать баджаны, те благочестивые цари, они не должны... не должны иметь... Они должны осквернять себя вот этими пятью вещами, где Кали находится, это интоксикации и азартные игры. И потом эти стремления к наслаждению противоположному полу и золото, золотые украшения, всякие эти. Там в золоте Кали автоматически, там и чистые преданные должны избегать этих вещей, если как-то приходится дело иметь с ними, но то нужно с великим предосторожностью в духе Юкта Вайраги заниматься это, чтобы не оскверниться. А если кто-то осквернился склонностью к наслаждению совершает сатсангу, то это может стать причиной падения. И поэтому сатсанга не дает должный результат. И вот эта причина. Будьте осторожны насчет Кали. Те, кто заинтересованы в баджане, они на 100% должны иметь такую чувствительность, чтобы Кали не мог иметь возможности осквернить их баджан. Я думал последние несколько дней, если бы это вначале случилось, то что бы случилось. И вот сейчас мы пытаемся совершать баджан, но если вначале все развалилось, то что в будущем будет? Если вы не сможете скооперироваться со мной, лучше уйдите, не беспокойтесь,
и не беспокойте других. Мы должны быть очень осторожны, чтобы совершать больше и больше служения. Но если вначале какие-то проблемы возникают, то И вот еще один пример я могу привести. Вы должны быть очень осторожны с Кали. Кали с различных мест может пытаться войти, если вообще какой-то преданный хочет помочь, то я сказал, это не моя обязанность. Можете считать, все поддерживать, чтобы... Ну, чтобы, в общем, заниматься всей этой материальной этой стороной, даже если кто-то жертвует какую-то небольшую сумму, все равно нужно записать в этот журнал отчетности. То есть, если кто-то дает деньги на какое-то служение, то нужно занимать эти деньги в этом конкретном служении. И вот это моя обязанность напомнить вам об учении Шанкар Бхагавана. Шанкар Бхагаван, он дал такой пример, можно вспомнить с четвертой части. Шанкар Бхагаван, Вайшнаванам и Дашамбу. Вы помните уже? Вы, надеюсь, помните эту шлоку из Бхагаватам про Шиву. Вайшнав Шанкар Бхагаван, он лучший из вайшнавов, а внешне он ведет себя как, носит одежду не вайшнава, но он лучший из вайшнавов. И Шанкар Бхагаван был там. В Гите говорится «Сита Прагья». Прагья. Прагья значит знание, то, что мы... И вот сита прагья это тот, кто никогда не признает себя делающим, поскольку осознает, что Господь везде присутствует, и он действует через кого-то. Стита Праги термин я объясню, когда буду объяснять Гиту. И вот, смотрите, Шанкар Бхагаван был на собрании, и каждый, все полубоги Риши Муни, они находились там, и тем временем Даха Праджапати, который был очень горд, полон ложного эго, что он гордился, что я тут главный среди всех. Он возгордился своим положением и вошел на собрание, и все встали. Ну, то, в общем, все должны были встать, но Брахма не встал, поскольку он создатель всей Вселенной, он старше, ему и не нужно вставать. И вот Брахма не встал, а Шанкар Бхагаван Стита Прагья, он самый знающий, не только это, он его баджан наивысший также, он очень важный, и даже Брахма, он боится Шанкара, поскольку Шанкар очень могуществен. Но Шанкар
не встал, и вот кроме их двух все встали, и тогда Праджапати Дакша очень разгневался. О, это мой, этот зять, по наказанию Брамы я вынужден был отдать свою прекрасную дочь, это обезьяне, его глаза как у обезьяне. Он так оскорбил Шанкара, лучшего из вайшнавов, Шиву. И вот он начал говорить всякую ересь, но еще и говорил, что я не критикую тебя, вот факт такой, что ты мой этот зять, стать должен почтение выразить, а ты тут даже не заметил меня. Это плохо. И вот он нарушает все правила, принятые саду. Он не саду, он бесполезен и не моется, не чистый. И, в общем, он обвинил его в том, что он оскверненный, нечистый. И вот таким образом Шанкара Бхагаван и вот в общем, начал поносить Шанкара Бхагавана. И вот он говорил, что Шанкар еще и мажется эти золой с крематориев. И вот как же я смог выдать свою прекрасную дочь за такую обезьяну, только вот по совету Брамы. И вот после этого Шанкар Бхагаван ничего не ответил. Он вернулся в свое место, где совершал баджан, и вскоре Парвати, она сказала Шанкару: «О, Свамин, и вот я вижу в Яге Брихаспати, организованное моим отцом, так много полубогов идут». И Шанкар сказал: «Да, мы можем пойти, но не нужно». Таким образом, поскольку он знал, что этот вот его отец, его жены будет оскорблять его, у Шанкара нету никакой враждебности ни с кем. А если есть враждебность, то это говорит о том, что такой человек не Парамахамса. Ну вот Шива, он сказал, что мы не приглашены, поэтому идти не следует. Но это его жена возразила, что в дом гуру, отца и таких близких родственников можно без приглашения ходить. Но Шанкар Бхагаван сказал, что твой отец, он будет оскорблять меня без всякой причины, поэтому лучше не ходить туда. И Шанкар Бхагаван говорит: те, кто парамахамсы, они не обязаны следовать обычным процедурам, которые следуют в обычном обществе. Он может все делать, но внутри, в своем сердце, он, поэтому Шанкар в уме выразил почтение этому Дакше, но Дакша не заметил из-за своей гордости. Дакша значит способный. И вот Дакша значит способный в материальных этих деяниях. Он может семейной жизнью заниматься каким-то этим бизнесом, так вот Дакша способный, значит. Но в баджане он не способный, он материален.
он настолько слеп, что не видит, что Шанкар Бхагаван Парамахамса, и не нужно оскорблять его, но он оскорбил, и Шанкар сказал: «Твои аргументы хороши, но без приглашения, что мы можем идти в дом отца, гуру». Или в дома друзей, но вот этот случай отдельный. Он оскорбляет меня, матерится, но и не должны мы туда идти. У меня нет враждебности с ним, но он враждебен со мной. И зачем же туда идти? И Шанкар Бхагаван аргумент приводит. И вот он говорит Парвати. We can apply this formula in the life of common people, in the life of Habbushna. Мы эту формулу можем применять в жизни простых людей, не вайшнавов, но Шанкар Бхагаван, он такой аргумент приводит, чтобы понять нам. I from behalf of fire brigade company, I was bound to run after Harikatha, you can remember? Now you are laughing, eh? Foolish? И вот так лесной пожар может случиться, и какой-то овощня в форме, в виде этого пожарных придет потушить его. И вот смотрите, Шанкар Бхагаван говорит. Если кто-то ранит кого-то стрелой или острым мечом, и вот если какой-то враг пытается убить нас, кидает в нас какое-то оружие, то так или иначе, если мы спасаемся, и мы были в такой опасности, но впечатление, а если еще раз нас ранили, то мы должны отдохнуть, восстановиться. Если еще такой раненый человек уснул и глубоко спит, то про боль он забывает. И может хорошо выспаться, а утром, если он просыпается в неправильном положении, то, ну, если, то проснется от этой боли. И Шанкар Бхагаван такой пример приводит. И таким образом, если я ранен кем-то, это не так опасно. Если кто-то ранит нас своими словами, то это очень плохо. И как такие люди могут спать спокойно, если будут помнить, как их оскорбили, они пытались помочь как-то, а тот человек их очень так оскорбительно обозвал. И вот Шанкар Бхагаван такой пример приводит, что если какой-то враг ранит нас с каким-то оружием, то это так или иначе заживет, хотя будет болеть, но это не так болезненно, как кто-то говорит какие-то жесткие слова. Вот в Америке давно достаточно, лет 50 назад, был такой опрос,
самое частое слово. А, то есть опрос, в общем, исследование произвели и выяснили, что самое часто употребляемое слово это я и мое. Ну, в Америке, по крайней мере. Но если вы смотрите, причиняете боль каким-то преданным или начинающим преданным, то в этом случае это плохо. И если вы ругаете кого-то такими плохими словами, как они могут жить спокойно, если вы так раните их сердце, это очень плохо. Вы должны пытаться помочь им, чтобы они... Я вот думаю, что вы все мои дети, и таким образом наша... У нас не должно быть никакого лицемерия, и Шанкар Бхагаван говорит, тот, кто говорит какие-то больные, жесткие слова, то очень тяжело их потерпеть, они ранят наше сердце день и ночь. И также из Махабхараты. И вот Видура из Видурасья Шубхаситани. It is from Видурасья Шубхаситани. All the nectarian lecture. И вот нектарные наставления Видуры, я цитирую одно из них. Видура говорит. И вот Видура говорит, И вот если кто-то словами ранит кого-то, то это очень плохо. И Видура говорит, but someday those trees can get developed due to hormone. They can all again develop. But bacha duruktam. If some. И вот Видура пример приводит, что если в лесу обрубить какие-то ветки деревьев, то они вырастут заново. Но если какой-то дурной человек в одежде саду оскорбляет других, то это ранит гораздо больше. И очень тяжко слушать его слова. Обычные... No sangrahoti bako khatam. If somebody going to fire by the help of mouth, speaking all fire of strong speech, and going to strike the heart of soft devotees. И вот если кто-то своими жесткими словами обижает преданных, то это очень плохо. Хотя Рунти Дев Прахлад Махарадж, Шрила Прабхупад, они пытаются как-то помочь нам всем. Мы
чувствуем боль в этом материальном мире и а если мы вместо того, чтобы тушить огонь этого материального существования, подкидываем дрова в него, то это плохо, поскольку этот огонь разгорится больше и больше. You can feel from heart, Maharaj speaking externally. Maharaj not going to give us pain. Maharaj love us so much, can speak this way. You have no love for anybody, only you can speak. Only you can speak heavily. То есть, если человек любит кого-то, он может его ругать. Если у него нет любви, то не стоит ничего не говорить. И я вот рассказал о учении Видуры из Махабхараты. Bacha duruktam divatsam na samrahoti bhakakatam. Is from Mahabharata. И вот это из слока из Махабхараты. И еще один пример из урду. Из этой литературы на урду я могу привести пример. Один профессор этого языка урду рассказал нам. You see, it's Urdu language, same meaning. Jara hattusya me lahatyamu wala yaltamu ma jirahal lesamu. So you see, same language. So even in Urdu language, those are Muslims. И вот даже на Урду эти мусульмане, они, хотя не следуют, но в своем языке. So this way. И вот, смотрите, сейчас времени мало, но мне... Я хотел так много сказать, но времени не хватает, и вот на сейчас я хочу закончить. И в следующий раз я буду детально обсуждать анардхи, шаранагати, благоприятное и неблагоприятное на пути баджана. И вот сейчас заключение, чтобы построить вашу жизнь в преданности. Это не мои слова, это слова Шрилы Прабхупады. Есть 64 этих направления баджана. Мы должны совершать в своей жизни из них 9 наиважнейших, и после принятия совершенного прибежища не обычная дикша, а подлинная дикша. Шрила Прабхупада говорит, чтобы построить вашу жизнь в преданности, из этих 64 практик преданного служения вы должны их практиковать под руководством Гуру Вайшнава. Если тяжело, то хотя бы 9, если 9 тяжело, хотя бы там 4, или, по крайней мере, оскорблений никаких не совершать, или и также и то служение, данное Гуру Вайшнавами, мы должны исполнять под руководством, значит, после принятия полного прибежища лотосных стоп Гурупад Падмы, поскольку Шрила Прабхупад говорит, не приняв прибежище лотосных стоп чистых гуру и вайшнавов, весь ваш баджан, может, вы рано встаете, но что толку от этого? Кто-то может гордиться, что в 3 утра встает, но если он встает, чтобы гордиться этим, то толку мало от этого. И вот Шрила Прабхупад говорит, не приняв полное прибежище у лотосных стоп гуру и вайшнавов, весь наш садачар, вся тапасья и все остальное, джапа, тапа и все остальное, все бесполезно.
оно не сможет дать нам совершенного результата. Будьте осторожны. Я пытаюсь сделать так, чтобы у вас не было возможности понять меня превратно. Я посвящаю жизнь и душу вам, но кто-то все равно совершает ошибки. Если вы совершаете какое-то оскорбление, то жизнь очень и очень коротка. Если вы оскорбление совершаете, то вы, у вас не будет времени восстановить это, как-то покрыть это оскорбление. Поэтому лучше меньше служения делать, чем больше оскорблений. И это моя просьба, никогда не совершайте никаких оскорблений. Можете меньше служения совершать, это пойдет. У вас какие-то обязанности, какие-то там другие дела. И после, а если... А если вы совершаете оскорбление, оскорбление это опускает ваше сознание, и потом, если, например, вы готовите, предлагаете Кришне, то Кришна съест это не может, а те, кто едят, они теряют свое сознание. И вот одно, если мы должны исправлять свои ошибки сразу же, мы не должны давать возможность оскорблениям увеличиваться, поскольку одни проблемы связаны с другими. Я научным образом могу показать это все, что одна проблема другую ведет за собой, другая третью. Я вот пример могу привести. В храме вот есть один преданный из Джаландара, он рассказывал, в Мадрас поехал по какой-то цели, для какой-то цели, жил в храме там. Но там он принял просад и что-то стал очень беспокойным, думал, что случилось, никогда не было в моей жизни такого. И потом он узнал, что брахмачари, которые арчану совершают и готовят, бестолковые, ничему не следуют. И потом этот преданный уехал из того места, и все прекратилось. И поэтому, если какое-то оскорбление, то мы должны прекратить его, остановить. Иначе одна проблема, потом вторую родит, вторая, третью и так далее. If that cookman is corrected at night and sees watching all internet now, you know, idiot is cookman and archer, which is the main place. Как, например, если в храме Пуджари ночью занимается какой-то ерундой и готовит еще, то все, кто едят его еду, то они будут чувствовать какое-то беспокойство. Вот в храме, если арчана поклонение совершается несовершенным образом, то все страдают. Если какое-то оскорбление внутри храма или где-то там, то все, кто живут в этом храме, они страдать будут от этого. Если вот повар какую-то ошибку совершил, то те, кто едят, они тоже получат свои последствия. Поэтому Шрила Прабхупад говорит, что те, кто духовные лидеры, они должны исправить это все, иначе они, если будут понукать, закрывать глаза на все ошибки, которые происходят, то день за днем мы не сможем остановить этот огонь ошибок и оскорблений. Кто может остановить, если все будут закрывать глаза на это и только подкидывать дрова в огонь? И такая ситуация, к сожалению, на сегодня конец. Вы должны помнить, как избегать аппарат, как строить свою духовную жизнь и учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, я говорю о нем, и те, кто действует как ачарья, Шрила Прабхупад уже сказал, что они самопроявленные, и how we
И под руководством чистого ачарьи мы должны исправиться. А если ачарья обманывает нас, не говорит об абсолютной истине, то Бхактивинода Тхакура говорит, что все развалится. Парамхамса парам парамата падим патито дхароне крито веша джатим джати раджа гунай парисебба падам панамами сада прабхупаду падам панамами сада прабхупаду падам панамами сада прабхупаду падам ванчакалпатарвасе кепасинди бхавиша патитанам павана бхавишна бьо намо намо.